Добрый день, дорогие друзья! С вами на связи интернет-магазин пневматики «Попади в 10.ру». Сегодня мы произведем отстрел пневматического пистолета «Гамма Компакт». Этот пистолет под правую руку, поэтому мне помогает мой ассистент правша. Стрелять мы будем по мини-тиру мышкам свинцовыми пулями калибра 4,5 мм. Предварительно в пистолет заряжена одна пуля. Сейчас происходит процесс зарядки. Будем заряжать до тех пор, пока не отстрелим хотя бы пару мышей. Куда нальчик, видишь? Нет, не вижу. Заряжается пистолет достаточно сложно, но при этом хватает одного качка. Вот, одну мышку мы поразили. Вторая мышка повреждена. Победили третью мышку. И четвертым. На этом и все, дорогие друзья. Спасибо за внимание. С вами был интернет-магазин пневматики «Попади в 10.ру». Подписывайтесь на наш канал в YouTube и будете получать свежий полезный видеообзор. Если вам понравилась данная конкретная модель пистолета, то ссылка на нее находится в окне с нашим видео. До свидания. No voy a detenerme, hoy esto empieza de adentro hacia afuera.